Одним из центральных событий в Писании, определившим наш народ и изменившим мир, был исход из Египта. Бог не только сдержал свое заветнее обетование искупить Израиль из рабства, но исход также был предзнаменованием освобождения, которое придет в Мессии Иешуа. Хотя это и был ключевой элемент Божьего плана искупления и исполнения завета для Израиля, события исхода являются только тенью в сравнении со спасением в нашем Мессии Иешуа и великим освобождением, которое еще впереди. Если мы хотим увидеть подлинную картину человеческого сердца, все, что нам нужно, это открыть Писание, чтобы ясно увидеть свою ситуацию. В контексте Песоха у нас есть история народа, внешне освобожденного из рабства в свободу, но чьи сердца постоянно бунтовали против их Искупителя. Наш народ был в ловушке рабства, греха и неверия. Удивительно читать, насколько быстро Израиль пал. Даже после чудесного искупления, несмотря на все чудеса и знамения, получив Тору на горе Синай и услышав Божий славный голос, говорящий с небес, несмотря на их торжественное обещание следовать за Ним, народ Израиля отверг своего Бога, нарушил Его заповеди и даже создал золотого идола, который вел бы их. Было несколько коротких моментов покаяния, но общая картина становилась только хуже, как мы видим дальше в Писании. В первой книге Царств Бог объясняет, что просьба наших отцов о царе — это отвержение не Самуила, а отвержение самого Бога как царя его народа. Библейские истории показывают слабость человеческого сердца, порабощенного грехом, и то, насколько, говоря духовным языком, человечество нуждается в операции на сердце. Неважно, насколько сильно мы стараемся, сами по себе заповеди никогда не смогут изменить человеческое сердце. Это то, что может сделать только Мессия. Только Он может освободить нас из этого порочного круга смерти. Спасение, в котором мы нуждаемся, это не какой-то внешний сценарий, в котором приходит великий военный лидер, чтобы поразить наших врагов, а внутреннее изменение, глубоко внутри человеческого сердца, которое восстанавливает мир между Богом и людьми. Большинству верующих понятна изменяющая жизнь истина о том, как Мессия Иешуа исполнил Песах как наш Агнец Божий. Он был жертвенным агнцем, который понес наши грехи на крест, и его кровь — это наша защита от смертного приговора. Он воскрес на праздник первых плодов, будучи первым плодом грядущего воскресения. 50 дней спустя, на Шавуот, или Пятидесятницу, Святой Дух излился на Его учеников. Это пасхальное время содержит глубокое послание искупления и спасения для нашего народа. Но знали ли вы, что пасхальное искупление также указывает на то, что теологи назвали последними днями или апокалипсисом? Это греческое слово буквально означает «открывать». И Библия использует апокалипсис для описания второго пришествия Иешуа, возвращения мессианского царя. Но какое отношение произошедшее в древности искупление детей Израиля имеет к возвращению Мессии? Итак, помня об исходе, давайте откроем книгу Откровения и посмотрим повнимательнее. Вспомните, дети Израиля жили в рабстве под властью фараона. Бог услышал их вопль об искуплении и ответил. Подобный вопль — это тема, повторяющаяся на протяжении всей Библии. И тот же вопль слышится в книге Откровения, когда святые взывают к Богу. «Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Образ фараона в книге Исход подобен образу самого сатаны, рабовладельца и обвинителя Божьего народа, который горделиво превозносится над Богом. В книге Откровения мы снова встречаем такую личность, главного врага Мессии, Антихриста, мощного лидера, который правит миром. Он выглядит как ангел света, но его план — истребить истинных верующих в Бога.
Позже в этой книге мы встречаем двух свидетелей, которые пророчествуют в течение 1260 дней и имеют силу наводить засуху, эпидемии и даже превращать воду в кровь. Здесь мы находим много параллелей с египетскими казнями. Пасхальные казни имеют поразительное сходство с описанными в последние времена, такими как моровая язва, воды, превращающиеся в кровь, град и тьма. Также интересно отметить, кто был поражаем этими казнями в обоих случаях. Некоторые казни коснулись всех людей, а в некоторых случаях Божий суд не затрагивает остаток верующих, так же, как Он пощадил свой народ в земле Гесем, поражая Египет. Когда же вернется Мессия, будут поражены только те, кто поклоняются Антихристу. Кульминацией этого становится последняя казнь суда. В книге «Исход» ангел смерти проходит мимо дверей, помеченных кровью Агнца. А сегодня мы, верующие в Иешуа, покрыты Его кровью и спасены от осуждения на вечную смерть. Наконец, перед тем, как Израиль перешел Красное море, фараон послал свою армию, чтобы уничтожить их. В этой последней битве Бог сомкнул воды моря над египтянами и дал спасение детям Израиля и окончательное поражение их угнетателей. Эта эпичная битва также отражена в книге Откровения, когда наш Мессия Иешуа возвращается и в один момент поражает армию зверя. Но в этом грядущем конфликте Божий суд не ограничен только одним народом или одной географической областью. Он затрагивает весь мир. В еврейской традиции есть известная поговорка «Дела отцов – это знак для потомков». Действительно, можно увидеть эти удивительные параллели между прошлыми событиями, которые произошли во время первого Песоха, и будущими, которые описаны в книге Откровения. Бог мог бы избавить свой народ каким угодно способом. Почему же Он ожесточил сердце фараона? Какова была Божья цель казней? Когда мы думаем о египетских казнях и апокалипсисе, что приходит нам на ум? Кто-то может подумать, что Бог очень разгневан и желает причинить как можно больше боли бунтующим грешникам. Но Божья цель казни намного глубже, чем просто отомстить за грех и угнетение. В египетских казнях Бог показал бесполезность идолов. Он показал свою огромную власть и свою верность заветным обетованиям. Бог взял униженных израильтян, бывших пастухов, что было скверным в глазах египтян, и превратил этих угнетенных рабов в сильный и процветающий народ. Песах — это милостивый призыв пробудиться, призыв от Бога к гордецам, которые надеются на свою собственную силу, приглашающий их обратиться и последовать за Ним. Но вот, пожалуй, самый важный момент — относительно египетских казней и книги Откровения. Точно так же, как любящий отец воспитывает и учит своих сыновей, так и Бог воспитывает человечество. Обычно мы фокусируемся на детях Израиля в истории Песоха. Но знаете ли вы, что в 12 главе книги Исход говорится о том, что множество разноплеменных людей из Египта присоединились к народу Израиля и вере в Бога Израиля? И это произошло сразу после казней. Эти египтяне отказались от комфорта и безопасности своего дома и отправились в путь вместе с детьми Израиля, оставив своих идолов и свой образ жизни. Для нас не должно быть сюрпризом, что Бог Израиля любит египтян, и Он продолжает их любить даже после исхода. В 19 главе Исаия пророчествует о Египте. В том же самом стихе Бог говорит о наказании и исцелении Египта. «И поразит Господь Египет, поразит и исцелит, и они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их». Зачем Богу поражать и исцелять Египет? Чтобы обратить их от безумия греха к Его благословению. «Благословит Господь Саваоф, говоря, «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих, ассирияне, и наследие мое, Израиль». Итак, когда мы смотрим на историю исхода и грядущей казни, мы можем увидеть более важную цель.
Бог не просто поражает землю из жестокости или неконтролируемого гнева и ярости. Эти суды приходят для тех, кто еще остался, у кого есть уши, чтобы слышать, чтобы они обратились и приняли Божью милость и искупление. Бог произведет еще одну жатву среди людей, подобную этому множеству разноплеменных людей, которые вышли из Египта, которые в последнюю минуту пробудятся для живой веры. И сегодня, посреди тех испытаний, которые вы проходите, помните о Его верности, Его обетованиях и о нашем вечном доме, и обратите свои глаза от своих собственных сил и царств этого мира к царству нашего Бога. Бог искупает все для Себя. Мы ожидаем того дня, когда отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Поэтому, Маранафа, гряди, Господь Иешуа. Надеюсь, что это видео стало благословением для вас и дало вам свежий взгляд на историю Песоха. Ежегодно этот сезон полон возможностей для благовестия, потому что наш еврейский народ по всему миру обращается к библейской истории искупления. Мы сняли это же видео и на иврите, наряду с множеством других, чтобы достичь благой вестью наших братьев и сестер здесь, в Израиле. И мы приглашаем вас присоединиться к нам в распространении этого короткого видео в Израиле. Пожалуйста, с молитвой подумайте о том, чтобы вместе с нами достигать Израиль светом Евангелия в этот Песах.